Любовь и верность – фундамент крепкой семьи, а крепкая семья – символ стабильного общества. Власти Чувашии поддерживают эту стабильность различными методами. Об этом говорили накануне в Новочебоксарске на торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Супруги Васильевы живут в счастливом браке уже 54 года. Они, как никто другой, знают все о семейных ценностях. Но все же орден за любовь и верность для них большая неожиданность. Они говорят, просто всегда жили душа в душу. Уже 54 года живем, как вроде, как вчера только мы поженились. Все у нас счастливо, все горе есть, делились, счастье есть, делились, все вместе. Как одна семья, как один человек мы жили. Валериан Васильевич всю жизнь работал учителем технологии. Сначала в Новочебоксарске, потом в Шумерлинском ремесленном училище. Был признан лучшим мастером и направлен на работу в Монголию. Там обучал будущих преподавателей. Затем готовил национальные кадры в Алжире. Валентина Михайловна всю свою жизнь проработала библиотекарем и везде была вместе с супругом. Секрет семейного счастья, по словам Васильевых, в трудолюбии и уважении друг к другу. Мы только трудились всю жизнь. А наградам мы... И не думали о наградах. Понимаете, вот это для нас это очень большое счастье. Первый раз в жизни. Мне 74 года. Вот у меня двое детей, дочь и сын. Муж у меня очень хороший, поэтому столько лет вместе прожили. Если он обидится чем-то, я всегда первый подхожу за маму. Медаль за любовь и верность получили еще 4 новочебоксарские семьи. Их семейная жизнь – настоящий пример для молодого поколения, подчеркнул глава республики. И отметил, что укрепление института семьи – одна из важнейших задач. В Чувашии многое делается для поддержки малообеспеченных и многодетных семей. С 1 января этого года на 3-го и последующих детей выплачивается пособие более 5000 рублей. В республике, кроме федерального, 408 тысяч рублей на 2-го ребенка выплачивается и региональный материнский капитал – 100 тысяч рублей. Многодетным семьям предоставляют земельные участки. В Новочебоксарске впервые за много лет открылся новый детский сад на 240 мест. Но семейные ценности, которые дети перенимают у родителей, ничем не заменишь. Это любовь, это преданность. Когда надо, терпение надо иметь. И каждый папа-мама хочет, чтобы их дети были всегда здоровы, были всегда счастливы. От всей души благодарю вас за ваш труд, прежде всего то, что вы делаете в семье. Семья – это опора нашего государства. Хочется пожелать любви, благополучия, взаимоуважительного отношения и двигаться только вперед. С праздником вас! Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.